В Сургутском районе ведется активная работа по противодействию экстремизму и терроризму. Для этого созданы рабочие группы, куда вошел глава района, работники силовых структур, социальных учреждений и межнациональных объединений. Специалисты уверяют, что только сообща можно предотвратить негативные воздействия экстремизма. Участники групп проводят проверки, следят за техникой безопасности в учреждениях массового пребывания людей. Только в этом году проведено более 200 просветительских мероприятий. Серьезных таких опасений именно межнациональные отношения у нас не вызывает. У нас данное направление на особом контроле у главы района, у Андрея Александровича Трубецкого, потому что ежемесячно проводится во время рабочих поездок им по территориям поселениям, в каждом из поселений проводятся рабочие встречи, на которые приглашаются руководители, представители национальных диаспор в том или ином поселении.